Итак, мы в Северном Тушино в парке. Я думаю, в последний раз, потому что это последняя из известных мне площадок здесь. Некоторые особо внимательные видели, когда мы шли на старую советскую площадку в том конце парка. Эта площадка была у нас на заднем плане. То есть турнички. Поэтому некоторые дознали, что мы сюда придем. Вот. Что, вторая неделя подошла к концу? Блин, кажется, только вчера я записывал видос про конец первой недели там у подлодки, а уже вторая неделя пролетела, и время действительно бежит очень быстро. Не знаю, куда оно так спешит. Ну, как бы то ни было, пишите в комментариях, чем вам запомнилась эта неделя, что интересного нового вы узнали, что с вами произошло. Посмотрим, все, что со мной происходит, вы видите на видео, поэтому даже добавить особо нечего. Вот. Собственно, что, буду делать сейчас круги, разомнусь. А, погода ухудшается, и некоторые жалуются на слякотность определенную, что делать, если не можешь уже отжиматься от пола, потому что там грязно, мокро, не знаю. А, предлагают спрашивать, можно ли забираться на брусья, можно ли отжиматься на брусьях. Если вы имеете в виду, вы как бы забираетесь на брусья, ставите сюда руки, туда ноги, и отжимаетесь от брусьев, ну как от пола, только от брусьев, потому что брусья чистые, пол грязный, так можно делать. Если вы имеете в виду, можно ли заменить отжимание от пола на отжимание на брусьях, нет. Если у вас возникает такой вопрос, то ответ нет. То есть есть разные вопросы, индикаторы, по которым можно понять, можно ли делать ту или иную вещь, если у вас возникают эти вопросы. И чаще всего ответ будет нет, нельзя, простите. Когда-нибудь будет можно, но не сейчас. Вот. Ну, а я сейчас придумаю, куда мне поставить камеру, чтобы было видно и турники, и брусья, и то, как я все это делаю. Я просто не хочу потягиваться на этих турниках, потому что, я думаю, будет узко и неприятно. Еще я не знаю, зачем они загнуты вовнутрь. Кто такой гений-изобретатель? Также специально для тех, кто интересовался, вот здесь слева будет карта парка с отмеченными на ней площадками. Это скрин с нашего сайта, где все площадочки нанесены. Просто чтобы вы посмотрели, насколько парк заполнен площадками, и где они территориально относительно друг друга расположены. Ну что, типа видосу с экскурсией, многим понравилось ходить по парку. Вот так. Ну, вот такой выдалась последняя тренировка второй недели. Для тех, у кого возникает вопрос по поводу увеличения количества повторений в кругах, не обязательно сразу увеличить количество повторений, вы можете просто фокусироваться на том, чтобы делать упражнения четче, больше амплитуды, например, давать, или чуть медленнее выполнять их. Ну, о темпе будет отдельный инфопост еще. Но это все влияет на нагрузку. То есть, ваша задача давать нагрузку.
не просто выполнять, а бы как, лишь бы побольше повторений выполнить. Вот. Ну, вроде все, закончились с парком Северная Тушина. Сейчас будет новая площадка в новом месте. И наконец-то. Я, честно, устал ходить по этому парку. Потому что последние несколько площадок, они очень далеко от центрального входа и от парковки. Вот такие вот дела. Увидимся завтра в новом видео. Всем пока и удачи.